Всем привет! Хочу вам показать мастер-класс по изготовлению несложного изделия в технике макраме. По плетению подвесного кашпо из хлопкового шнура диаметром 4 мм. Для создания такой красоты вам понадобится: первое, 40 метров хлопкового шнура. Второе, одно деревянное кольцо диаметром 5 сантиметров. Третье, 27 бусин с широким отверстием. Ну и, конечно, само кашпо. Бусины желательно, чтобы были с широким отверстием, через него легче было продевать шнур. Берем шнур, складываем пополам и фиксируем на кольцо, как показано тут. Потом также поступаем с остальными шнурами. Их у нас должно быть 9 штук. Сразу хотела предупредить тех, кто полюбил макраме или только начинает влюбляться. Обязательно зайдите на мой канал, вы там найдете много разных мастер-классов. От подвесного кресла до базовых узлов в макраме с подробным видеоуроком.
Если вам понравился мастер-класс по плетению кашпо, то ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Если вам что-то было непонятно, пишите в комментариях. С удовольствием отвечу на все вопросы. Также можете подписаться на мой инстаграм. Через него можете заказать разные изделия. Внизу под видео в описании оставлю много полезных ссылок на магазины, мастер-классы, где можете приобрести разные шнуры, основы для абажуров, кольца, бусины и так далее.